Значит, я могу сказать следующее. Президент столкнулся с неэффективностью управления в условиях предкризисных или в условиях турбулентности. Турбулентность – это вызов, это разнонаправленное действие разных факторов в мировой экономике. История надолго. Мы вступили в длительную волну турбулентности. Я довольна, что я первая, кто на мастер-классе еще 7 лет назад поднял эту тему. И, конечно, в этих условиях классическая модель управления вертикалью власти не работает. Нужна креативность министров, нужен гибкий кабинет, который быстро реагирует и принимает эффективные решения. Необходим мозговой центр, который умеет реагировать на новые вызовы, и ничего этого в наличии нет. Поэтому пока что это выливается в недовольство министрами. Но я считаю, что они тут ни при чем. От личности ничего не зависит. Нужно менять саму систему принятия решений в федеральном правительстве, в администрации президента.